Советский Союз, стоят дети, ну, на линейке, типа в школе, мальчик из хорошей еврейской семьи. Значит, учитель говорит: дети, все кричим в небо, Бога нет. Мальчик из хорошей еврейской семьи стоит, ну, смотрит в небо, ничего не кричит. Учительница к нему подходит: слушай, ну что ты молчишь, почему, в чем дело? Ну, если Бога нет, то зачем кричать? А если есть, то чего беспокоить? О, как!